С 1 октября начнется призыв вооруженные силы. Глава города Владимир Шарыпов, председатель призывной комиссии в областном центре, посетил 217-й гвардейский парашютно-десантный полк. В среднем в каждый призыв ряды вооруженных сил пополняют порядка 500 ивановцев. Здесь на базе полка около 50 человек проходят допризывную подготовку. Их знакомят с условиями, в которых проживают срочники и контрактники. В каждом солдатском общежитии оборудованы бытовая комната, комната досуга, туалетная комната, душевая кабина оборудована, имеются стиральные машины. Солдаты сейчас белье свое не стирают вручную, а для солдат срочной службы выдается по нормам порошок стиральный, и они стирают это все в стиральных машинах. Совместное проживание солдат-срочников и военнослужащих по контракту запрещено, но условия, в которых находятся и те, и другие, практически не отличаются. Все кубрики оборудованы телевизорами, оборудованы видеовоспроизводящей аппаратурой. Вот. Ну, контрактники что могут себе позволить? Там более дорогую аппаратуру, повесить шторы более дорогие. Вот. Ну, вот а так все, в принципе-то, военнослужащие по призыву ничем не ущемлены. Глава города провел с военнослужащими встречу в режиме вопросов и ответов. Военных волновали самые разные проблемы, как личные, так и в масштабах города, связанные с освещением улиц и благоустройством дворов. Зашла речь и о том, что не везде в этом году своевременно скосили траву. Меня несколько удивляет, вот знаете, когда тут недавно на одном из наших телеканалов был сюжет, стоят четыре там здоровых мужика и так жалостливо просят там администрацию скосить траву. Вот это меня, конечно, ну просто удивляет. Я даже просто хотел сам там пойти, взять косу и показать им, как траву надо косить у себя во дворе. Вот. Что касается основных магистралей, у нас трава была в этом году скошена. Все озвученные проблемы взяты мэрией на карандаш. Глава города пообещал по возможности решить каждый вопрос. Мы, конечно, будем подключаться. У нас с полком заключен договор о взаимодействии. Здесь у нас располагается центр допризывной подготовки. И, конечно, все проблемы военнослужащих этого замечательного полка мы будем поддерживать. И в том числе мы сейчас договорились о том, что встречи эти будем проводить на регулярной основе. Главный вопрос, который волнует военнослужащих, — состояние подъездных путей к части. Мэрия пообещала рассмотреть возможность реконструкции дороги в ближайшее время. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.